Первый трек, который мы разбираем, заказик. Тёма Сипин, продюсер by Джоалишо. ИГБ4Р, 4Р, да? ИГБАР, ИГБ4, IGB4, IGB4, да, может быть так, вот, не знаю, может быть так, колд-карте в планах есть, ну, бронь не успели посмотреть, не знаю, вряд ли, наверное, теперь. Так, Тёма Сипин, три трека, был трючок, назывался он ППС, как вы помните, да? Там была вот такая вот история веселая. Вот такая вот история. Я надеюсь, вы помните его. Теперь мы слушаем еще один трек от замечательного артиста, который вышел 22 августа. Свежачокс. Посмотрим, что это такое. Так, по-моему, мы его добавляли, да? Мы же должны были его добавить. Он же дикий вообще чел. Или нет? Да, конечно, естественно. Этот трек, который вы только что слушали, вот этот, да, ППС, который, он добавлен во фрешмены, если что. Поэтому ваша задача понять для себя. Вот такая вот история. Сейчас открыть картинку в новой вкладке. Вот здесь, да? Вот здесь. Дэм. Ваша задача понять. Вступаем в ТГ. Он говорит об этом. Ваша задача понять для начала. Лучше ли этот трек того, что мы слышали? Фрешмен, пиздец, да. Сейчас посмотрим, что это такое, что он нам приготовил. Пишет он следующее, что он пишет? Че, погнали? Я просто тебя люблю. Спасибо тебе, бро, спасибо тебе большое за поддержку. Сейчас посмотрим, что ты нам приготовил. Заказы, кстати, которые все приходили сегодня, они уже пролистались, я видел. Все встало в очередь. Спасибо всем за поддержку, респект, реально. Так. Погнали, бро. Слушай, ну мне интересно посмотреть, что ты приготовил. Реально интересно. Как будто бы должно быть что-то яркое, как минимум. Let's go. Ага. На стелечке. Что такое, да? Damn, bro. Он неплохо, реально я вам говорю. Я хочу на ночь двоих, я не ловлю сигналы. Детка хочет стать как мама. Не хочу тебя обидеть, но не полюблю как маму. Но не полюблю как маму. Ты не разбиваешь сердце, значит полюблю как даму. Если ты проявишь верность, то подпущу тебя к брату. Если ты покажешь сердце, то покажу тебя. I'm gonna be for real. Моих легких тает. Не, а что структура не так? Ощущаю слым, опыт закрутил в тандыр. Я даю детей, выглядит как хэппи мил. I'm gonna be for real. Моих легких тает дым. Ощущаю слым. От 1 до 10. Я даю детей. Не пися, попа, сися. Да. Короче, если предыдущий трек «Пися, попа, сися», он был как бы рафлянским, да, при этом он его сделал хорошо, это был хороший рофл, то вот это уже прям, ну, «I'm gonna be for real», да, вот так называется трек, «I'm gonna be for real», да. Отличная структура, не задушил совершенно. Хрон трека 1.54, в него уложено интро, аутро,
куплетик небольшой, припевчик с вокалом, да. Куплетик следующий, который идет очень разнообразно, реально разнообразно. Абсолютно недушный припевчик, небольшой, да, дающий нам динамику. И аутро, которое как бы развивает и при этом заканчивает, да, настроение припева. Как будто бы это хорошо. Реально. Как я понимаю, он еще сам себя сводит. Он сам себя сводит. Джо Алишо. Ну, это хороший битмейкер. Поэтому я думаю, что этот трек сильнее, чем его трек предыдущий, который мы забирали во фрешмены. То есть это серьезный трек, потому что если мы, допустим, будем сравнивать фрешменов, да, в целом, в конце года, ну, в январе, естественно, мы не сравниваем вот на этой хайповой волне в конце года, да, для того, чтобы там выбирать кого-то из победителей номинаций, треков, альбомов и так далее, когда это там все делают, хотя год не закончен по факту. Вот, мы это делаем в январе, когда всем уже похуй абсолютно на музыку, но тем не менее, зато у нас есть возможность подобрать абсолютно все, спокойно сесть и с толком расстановкой все это взвесить, то, что произошло за год. Если это будет происходить, да, как будто бы этот трек будет иметь больше шансов, бро. RZT Freshman, 100%. Этот трек мы забираем туда. Плейлисты наши замечательные, самые лучшие, самые прекрасные, самые чистые, самые вайбищие, самые интересные, разнообразные, удивительные находятся вот здесь. В открытом доступе. 21 года, 22, 23, по годам уже даже все это разбито. Да, пока не называется максимально кринжово, мейнстрим и альтернатива. Возможно, со следующего года мы придумаем что-нибудь еще. Но пока они выглядят именно вот так вот. Но музыка здесь, по крайней мере, вся есть. Да. Обнову пока не спойлерим. Нет, бро, мы пока ее не спойлерим, я думаю. Я думаю, что пока что нет, да. Но мы сделаем, да. Мы все это сделаем, все это сделать успеем. Fire Demon подарил подписку Дудосу. Спасибо тебе, бро, спасибо тебе большое, да. Да. ППС запоминающийся текст, а тут чего-то не хватает в тексте, как будто. I'm gonna be for real. Не знаю, I'm gonna be for real, да, он весьма такой for real. Я думаю, что да. For real? For real? Ну, когда? Ты скажи, братик мой любимый, когда это будет? Мы можем спойлерить, конечно, но если ты мне скажешь, когда... Вот ты можешь лично сам взять и написать в чат, да, когда это будет, когда это будет возможность, готово. Да, вот наш замечательный человек, который отвечает за происходящее вот здесь. Поэтому легчайший, короче. Забрал я в плейлист. Да, и ППС я убираю. Пам, из плейлиста. Да. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, там-тарадам-там-там. Так, оценим. Давай оценим, что происходит. Продюсер Джо Алишо. Так. Там-тарам-там-тарам-там-там-та-да-дам-там-там-там. Актуально же на 5, конечно же, баллов. Давайте послушаем еще разочек трючок, пусть он проиграет, и мы посмотрим внимательно, что касается его реализации. По структурке прям очень хорошо, сразу минимум 9 баллов хочется поставить. Отлично проходит. Где надо ускоряется, динамики дает плавной, то есть нету какого-то ощущения, что там она где-то... Вот, допустим, в некоторых треках вчера при прослушивании альбомов... Некоторых альбомов. Было ощущение, что мы слушали вчера два альбома, Куэва слушали мы и Трипи Реда, и, соответственно, было ощущение, что в некоторых треках какая-то искусственная динамика, да, в том плане, что она идет ровно, потом слишком обрывается, и как-то вот не совсем это было нативно. А сейчас как бы здесь как бы хорошо, да, поэтому это правильно. Липчики работают. Давай, тряси жопой. Малыш забыл, а кто ты. Кроме только банкноты. Кикаю в таблах под ноты. С утра и до утра. Даю лишь один шанс. Я слетала им пока. I'm gonna be for real. Моих легких тает дым. Я оставил им. Ощущаю слым. Опус закрутил в кондыр. Я даю детей. Выглядит как хэппи мил. Беру ее за жопу. Симпл, димпл, попыт, сквиш. Дай мне свою пусси, детка. Никакой любви. Она любит джанки, хочет прыгнуть на мой рюк. Сделал незаконно, меня не просит юрист. И мне такого хуй стало. Сердце любит только приз. Одной тебе что-то мало.
значит полюблю, как даму. Если ты проявишь верность, то подпущу тебя к брату. Если ты покажешь сердце, то покажу тебя. I'm gonna be for real. Моих легких тает дым, я оставил им. Ощущаю слым, опыт закрутил в тандыр. Я даю детей, выглядит как happy meal. I'm gonna be for real. Короче, это крепкий трек, реально. Возможно, он ровный относительно, но в плане каких-то там эмоций, да. Но в целом он очень хорошо сделан, реально. Вот индивидуальности особо не хватает, честно говоря, да. Вот, но... Так, в принципе, довольно живо он исполняет. 7-8, я здесь задумался, да, 7-8. 7-8 баллов. Реализация стиля на восьмерочку, чисто с видос хороший, вполне себе. Да... 8-9, может, даже задумался. В моментах вокала как бы не прям особо, да. Да, здесь все хорошо. Четверочка. 4. Короче, 65-70 баллов. Весьма good nice, реально. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое. Но этот трек, по-моему, во фрешмены... Да, а, добавим тоже. Добавим этот трек тоже, но в плейлист возьмем только вот этот один, да. Спасибо. Это прям было хорошо. Я не знаю, опять же, что тебе посоветовать, потому что у тебя есть флоу, у тебя есть манера подачи, ты залетаешь на разные жанры. До этого ты джерси делал, тут у нас нью-джазик. То есть, в принципе, ты, ну, адекватно в новых стилях работаешь абсолютно. Чувствуешь свой голос, чувствуешь музыку. Не фальшивишь особо. Ну, как бы семерки, восьмерки, девятки, типа. От трека просто будет зависеть. Слышишь, как себя поставить на сведении. Ты, тем более, вроде сам себя сводишь. Ну, написано, по крайней мере, так. В общем, очень неплохо, правда. Просто как будто бы хочется показать тебя и аудитории донести, что вот есть некий Тёма Сипин, который делает неплохую музыку. При этом он только начинает, он фрешмен, как бы. Не знаю, спасибо. Просто хорошо это. Это хорошо, интересно. Продолжай этим заниматься. Ты чувствуешь это дерьмо, любишь его. Все, что могу сказать. Спасибо, это кайф. Это кайф. Это кайф. Сайт. Да, сайт 30затворчества.com, да.